Всем привет! Решил я приобрести себе Redmi Note 10 Pro в полной комплектации, с NFC, с Ростестом и со всей херней. Еще запечатанный, будем скрывать. Кстати, ребята, я продаю свой предыдущий смартфон, которым я снимаю абсолютно все всякие крутые тусовки в городе Москва, все звездные вечеринки и так далее. Это Honor View 20. Вот, видите, комплектация вот такая вот, продаю я его на Авито, вот такая вот голубенькая у него крышечка, здесь, конечно же, все другое, ну, вы поняли, вот пример, небольшой пример из того, что я делаю этим телефоном. Видите картинку? Вкусно? Конечно, вкусно. Перематываем. Это я снимал бэкстейдж к фильму, короткометражному фильму «Звонок». Видите, как он в темноте держит круто композицию? Вот шедевральные кадры сейчас будут. Вот. Эпические такие кадры. И это все на телефон, ребята, на Honor. Прикиньте. А теперь я взял Redmi Note 10 Pro. Всем тем, кто купит в ближайшее время, как я только выложу этот ролик, я сделаю скидку. Все можно здесь на Авито посмотреть. Ссылочку прикреплю в описании. Оп, смотрим, что у нас там. А тут у нас скрепочка, аннотация, чехольчик такой с запашком. А вот он и красавчик, бронзовый. Итак, что у него есть? Камера основная 108 мегапикселей. Экран 6,6,7. Русский Snapdragon 732. Это процессор, если кто не в курсе. Ну и быстрая зарядка 33 ватта. Что у нас прятали, товарищи из Поднебесной? USB кабель. Type-C, тоже рыженький, видите, все стилизовано, все круто. Ну и зарядный блок, тоже, смотрите, все рыженькое, все как полагается. 65-ваттная херня. Целочка. Люблю ломать целочки. Тут еще одна, да? Как тебя? Вон оно как, Михалыч. Стоит пленочка заводская. Совсем даже не мажется. Ну, заводская, сами понимаете, что это говно полное. Махалай, махалай. Слот под карты выезжай. Давай, родной. Тянись. Чё так долго, блядь? Сейчас будем заводить машину. Вот специально для вас. Первый запуск целочки. Моей целочки. Это надо убрать подальше. Русский. Стоит русский. Что дальше делать? Сюда нажимать? Нет? Блять, это кнопка назад. Так. А если честно, я первый раз. Наверное, сюда. Угу. Россия. Все верно. Россия. Настройки под регион России.
Эшельде, Мишельде? Так, мне, конечно, ногами неудобно читать. А вам там видно? Хорошо. Давайте я переверну. Пизду. Вставляем сим-карточку. Так. Ба-бам! Марафака. Раз. Тугой. Презервативчик-то. Прикольный чехол с заглушкой. Пыль не будет попадать. Чтобы проверить, как работает телефон, есть ли у него косяки и все такое, мы набираем следующую комбинацию. Звездочка, решетка, звездочка, решетка. 64, 84, звездочка, решетка, вызов. Вот, уже 20 гигабайт занято вот какими-то приложухами встроенными. Ой, ничего себе, как он расшвырял, смотрите. Как красиво. И это я только что запустил его, понимаете, да, уже он... Насорили мне тут.